Коротко помолимся. Затова нека накратко се помолим. Пусть Бог благословит. Нека Бог благослови. Господь, благослови, пожалуйста, Своё Слово. Господи, благослови Твоето Слово. Пусть это Слово просто будет посеяно в добрую почву наших сердец. И нека то е сеяно в добрата пръст на нашите сърца. И в свое время принесет плод праведности. И на свое время да донесе плодове на праведност. Плод святости. Плод на святост. Плод Святого Духа. Плод на Святия Дух. Который есть любовь, радость. Който е любов и радост. Долготерпение. Долготерпение. Благость. Благост. Вера, воздержание. Вяра, воздържане. Господь, благослови нас сегодня. Господи, благослови ни днес. Слава Богу за такое прекрасное прославление, и поклонение. Слава на Бога за прекрасното прославление и хваление. За новых служителей. За новите служители. За то, что церковь твоя стоит на самом прочном основании. И за това, че църквата ти стои на най-прочната основа. И даже написано, что врата ада не смогут ее одолеть. Пишет, что даже вратите на ада няма да ее одолеют. Потому что наш пастырь, защото нашия пастор е, Бог богов, Бог на боговете, Господь Господствующий, Господ на Господарите, и Царь царей, Цар на царете, наш Господь Иисус Христос, нашия Господ Иисус Христос, тот, который уже одержал победу, този, който вече победил, тот, который сегодня непобедимый, този, който е непобедим днес, и который сегодня восседает одесную Бога на высоте, и който стои отдясно на Господ в височината, и будет судить весь мир, и ще съди целия свят. Спасибо тебе, благослови эту тему. Благодарим тебя и благослови тази тема. Мы молились во имя Твое. И се молихме в Твоето име. Иисус Христос наш Иисус Господь. Христос и наш Господ. Аминь. Аминь. Я продолжаю тему духовная война. Я продолжаю темата за духовната война. И сегодня я взял такую самую непопулярную тему в церквях. И днес взех най-непопулярната тема в церквите. Об этом не любят проповедовать. Не обичат да проповядват за това. И речь сегодня пойдет о святости. И думата става за святоста. И поэтому тема моей проповеди сегодня – будьте святы. И за това темата ми днес е бъдете свети. Почему будьте святы? За что трябва да будем свети? Продолжение кто-нибудь помнит? Потому что я Господь Бог ваш свят. За что то аз ваше Господ сам свят. И чуть позже мы это прочитаем. И по-нататък ще го прочитем. Почему эта тема важна? И за что тази тема е важна? Сразу переведу значение этого слова «святость». Веднага ще приведа значението на тази дума «святост». Мы уже знаем, да? Кто знает? И кой знае? Святой значит отделенный. Свят значит отделен. В том числе и Бог отделенный. И също така Бог е отделен. Бог отделен от всякого греха. Бог е отделен от всякий грех. Понятие «Бог» и «грех» несовместимы. И понятие это «Бог» и «грех» не совместимы. Написано так «Бог». Он не согрешает. И пишет, что Бог не греши. И не искушает никого. И не искушава никого. И сам не соблазняется. И не се соблазнява. Иисус Христос был во всем искушен. И Иисус Христос был искусен во всичко. Именно по этой причине не сделал ни одного греха. И за това не е направил нито один грех. Потому что Он Бог. Защото е Бог. Он святой Бог. И е свят Бог. Он не может грешить. Той не може да греши. Это ему не свойственно. Не е свойственно за него. Что касается нас... И това, което се касае нас. Мы призваны быть святыми. Ние сме призвани да бъдем святи. То есть отделенными для кого? То есть да бъдем отделени за кого? Отделенными для Бога. Отделени за Бог. И отделенными от греха. И отделени от греха. Кроме того, что мы отделены для Бога. И освен че сме отделени за Бога. Что за этим следует? Какво следва? Давайте мы это сегодня усвоим. Нека го разберем днес. Когда мы святы. Когато сме святи. Мы также отделяем себя. Ние също така се отделяме для Его Божий святой жизни. За Неговата Божия свята, свят живот. Для Его совершенной радости. За съвършената му радост. Для Его совершенного мира. За съвършения му мир. Чтобы быть благословением. Да бъдем благословени. Мы, то есть мы себя отделяем для благословения. То есть ние се отделяме за благословение. Скажи, я благословение. Кажете, аз съм благословение. Мы для этого отделены. За това сме отделени. Чтобы быть благословением для своего рода. Да будем благословение за свой род. Для своей семьи. За своето семейство. Для своих внуков и правнуков. За своите внуци и правнуци. Бог обещает, что мы будем благословены до тысячи поколений. И Бог обещава, че сме благословени до хиляди поколения. Чтобы стать благословением для страны, в которой мы живем. За да станем благословение за държавата, в която живеем. Чтобы стать благословением для того города, в котором мы живем. Да станем благословение за града, в който живеем. Вот что значит слово святой. Това значи думата свят. И в то же время мы отделяем себя. И в същия момент се отделяме. Когда мы святы? Когато сме святи. Мы отделяем себя от проклятия. Ние отделяме себе си от проклятията. Аминь или не аминь?
Об этом очень подробно написано в 28 главе книги Второзакония. И това много подробно се описывало в 28 глава. И 8 глава Второзакония. И там написано, что если ты будешь слушать гласа Господа Бога своего. И там пишет, что ако слушаем гласа на нашия Господ. И тщательно исполнять все заповеди Его. И внимательно исполняем и заповеди Ему. То Господь благословит тебя. Тогда Господь ще те благослови. При входе твоем и выходе твоем. Когато влизаш и излизаш. И перечисляется очень-очень много благословений. И се прибравляват много благословения. Что, будешь, что Бог будет хранить тебя. Че Бог ще те пази. Что не будешь брать в долг. Че няма да имаш дълг. А сам будешь давать в долг. А ти ще даваш. Что не будешь хвостом. Че няма да си в края. Хвост что делает? Какво хвост прави опашката? То вверх, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, пашката то вправо, то влево. Пашката се клати нагоре, надолу, тяжно, ляво. Очень нестабильная жизнь. Много нестабилен живот. А Бог обещает тебя сделать головой. Обаче Бог обещава да и направи главата. Аминь. А чуть позже написано. И малко по-надолу пише. Что если ты не будешь слушать гласа, гласа Господа Бога твоего. Ако няма да слушаш гласа на твой Господ. И написано, и тщательно исполнять все заповеди. И пише, няма внимательно да исполняваш заповеди. То придут на тебя все проклятия сии. Тогава ще те постигнат всичките тези проклятия. И вы знаете, проклятие почему-то перечисляется где-то примерно в 3 раза больше, чем благословение. И проклятие это някъде 3 пъти повече, отколкото благословение. Но это не потому, что Бог как-то вот так вот такой вот плохой. Обаче не из-за того, что Господь и лож. А потому что есть другая сторона. А за что-то има друга страна. Я хочу сказать, что сатана, он очень изощрен во зле. И искам да кажа, че сатана е много извратен. Он очень изобретателен. В злото много изобретателен. И это уже его, можно сказать, прерогатива. И това са вече неговите. Издеваться, извращаться. Действия, да се подиграва, да се извращава. Наводить какие-то такие болезни. Да хвърля някакви болести. Но от этого мы отделены. Обаче сме отделени от това. И вы знаете, интересно, я открою первое место. И ще отворя първото място. Книга Иисуса Навина, 23 глава. Книга Иисус Навин, 23 глава. С первого стиха. От първия стих. Я буду читать на русский, на проекторе, на болгарском языке. Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, Иисус Навин, вошел в преклонные лета и призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их, надзирателей их, сказал им, «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим». Со всеми семьями народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Здесь я немножко приостановлюсь. Так что спрем за малку. Вы знаете, Писание говорит, что один будет поражать тысячи. И Писание указывает, что один ще поразява хиляди. А двое будет поражать тысячи тысяч. А двама ще поразяват хиляди хиляди. И раньше люди сражались на мечах, правда? И преди хората се борили с мечове. Вот можете ли вы просто поверить, вот чисто человеческим мышлением, что один человек может поразить тысячи людей. И можно ли просто с человеческого немысления да поверим в то, что один человек может да поразить за одно сражение? В одна битка. Вот трудно, правда, в это поверить? Сложно и нали? Но это было. Обаче било така. Это было со святым народом Израиля. Било и со святым народом Израиля. Вы знаете, почему это происходило? И за что се и случвало? Потому что Бог был с ними. За что-то Бог и бил с тях. И воевал на их стороне. И воювал на тях на страна. И давал им силу и мощь. Им и давал силы и мощь. Вы знаете, очень хороший пример про Саула, что говорили. И много хубав пример за Саул. Саул поражал тысячи. Что его поразяло хиляди. Тысячу. Одна хиляда. А Давид сколько поражал? А Давид колко его поразял? А Давид поражал десятки тысяч. И народ воспевал псалмы в хороводах. И хората сопели псалми. Восхвалял Саула и Давида. Восхвалили со Саул и Давид. Но Саулу стало обидно. Обаче Саул малко се разсърдил. Почему это обо мне говорят, что я только тысячу поражаю? За что за мен казва, че само одна хиляда сам поразил? А Давиде говорят, что он десятки тысяч поражает. А за Давид казва, че десятки хиляди. Вы знаете, Саул это прообраз человеческого служения. И Саул и прообраз на человеческое служение. Он был с Богом. То и бил с Бога. Бог его помазал. И Богу и помазал. Но он пытался все это удержать, улучшить своими человеческими талантами. Обаче се опитвал да задържи всичко това и да подобри с човешките си таланти. Поэтому служение его было ограничено. И за това служението му било ограничено. Точно человеческими возможностями. По човешките възможности. Но вот Давид это исключительная личность. Обаче Давид е исключительная личность. Написано, он был по сердцу Бога. Пише, че е бил по сърцето он на был Господ. Другом Бога. Той е бил приятел на Господ. Он был такой искренний. Бил е много искрен. Вы знаете, когда Давид, ну, например, когда Саул согрешал. И когато Саул грешил. Об этом никто ничего не знал. Никой не знал за това. Потому что это была величина. За что-то была
было нечто. Он был очень гордый человек. То я был много горд человек. И очень закрыт. Много затворен. Но когда Давид согрешал. Бачу, куда тут Давид согрешавал. Об этом знали все. Всички сознали за това. Почему? За что? Потому что он тут же каялся. За что-то той виднага се раскаял. И настолько искренно каялся. И толково искренно се каял. Просто сокрушение. В сокрушении. Посыпал свою голову пеплом. Посыпал главата си с пепел. Раздирал на себя одежды. Раскисывал дрехите вверху себе си. Воспевал, ну, садился и в стихотворной форме писал, в чем он согрешил. Пишет его в стихове, какво я согрешил. И об этом мы можем сегодня прочитать и в псалтире. И можем даже да прочитаем в твоего псалтир. О многих грехах мы можем сегодня прочитать в псалтире. За много грехове можем да прочитаем там. Как Давид искренне исповедует свой грех. Как Давид искренне исповедовал свой грех. Даже не перед одним человеком. Даже не перед один человек. Не перед исповедником. Не перед исповедником. Он исповедовал свои грехи перед всем Израилем. А исповедовал греховете си пред целия Израил. Можете себе такое представить? Можете ли себе представить? Могли бы вы сегодня исповедовать свои грехи перед всей церковью? Бихте ли могли да исповедовать греховете си пред цялата церква? Это очень трудно. Това е много трудно. Не каждый может вытащить свои грехи вот так. Не всякий может да извади греховете си. Согласны со мной? Согласны ли сте? Ну вот таким был Давид. Таков и был Давид. И поэтому Бог его очень сильно благословлял. Из-за того Господь много сильно его и благословил. Его возможности, они были безграничны. И неговите возможности были безграничны. Он был невероятный воин. То я был невероятен воин. Он реально поражал десятки тысяч. И наистина и поражал хиляди. И почему он поражал? И за что? Если с Саулом был Бог, аку со Саула бил Бог, то в Давиде Бог был с Саулом, то есть вместе с ним. То есть Бог и был заедно с Саулом. Но он был внутри Давида. Убачив в Давид, то я бил внутри в него. Видите эту разницу, да? Видите ли разлика-то? Был Саулом, но также и был в Давиде. Со Саул, убачи в Давид. Бог воевал в нем. Господь и воювал в него. Воевал с Саулом и воевал в Давиде. Воювал с Саул и в Давид. И это колоссальная разница. И твоя много гулям разлика. Поэтому Давида очень боялись. Из-за того всечки се страховали от Давид. За время своего царствования он победил всех врагов, которые только можно было победить. И докато царувал, той победил всичките врагове, които би могъл да победи. А Саул, к сожалению, потерпел поражение в одном сражении. Саул, за сожаление, загубил в одна битка. Его пронзили мечом. Пронизали его с меч. И также погибли его сыновья. И слышно, такая сыновья ему сопочинали. И теологи предполагают, что у Саула были, конечно, такие отхождения, отклонения, и отпадения. Теологи предполагают, что разбирался Саул, что имел такие расклонения, отпадну. Были скрытые грехи. Имало скрытые грехове. Его мучили бесы. И бесовите сего измучивали. И в конечном итоге он сделал последний свой такой довольно страшный шаг. И в крайней сметке той направил много страшная ступка. Перед своим падением. Перед своим падением. Перед своей смертью. Перед своей смертью. Что он сделал? Какво и направил? Он пошел к гадалке. То и утешил при... Представляете себе? Магиосница. Пошел к гадалке, чтобы узнать, что дальше будет. Утешила при врачка, за да разбере, какво ще се случва нататък. Царь Израилев. Царь на Израил. Помазанный Богом. Помазан от Бог. Вместо того, чтобы вопросить у Бога. Вместо да помоли Господь. Он пошел к гадалке, чтобы... Утешил при врачка. Ну, а пусть она мне скажет. За да му каже тя. И он знал. И той знаел. Он не мог этого не знать. Той не и знаел. Что в законе Моисеева это прописано. Нямаше как да не знае, че в законе на Моисея исписано. Что не обращайтесь ни гадалкам. Да не се обръщаме към врачки. Ни магам, ни чародеям. Магиосници и чародеи. Потому что за это истребит вас за Господь. Това, земли. Заради това Господь тебе истреби. И гадалка ему проговорила. И врачка ему проговорила. Что в первом же бою. Чего в первом бой. Погибнешь ты и сыновья. Что загинешь ты и твои сыновья. Ну точнее не гадалка, а дух. Слышу с ней врачка-то, а самия дух. Ну это такой очень довольно сложный такой момент. Твой малку сложен момент. Он начал вызывать дух кого он начал вызывать? То есть започнал Самуила, да? Извиква духа на Самуил. И дух Самуила вышел из-под земли. И духа на Самуила излязал из-под земята. И проговорил ему. Ему и проговорил. Ну, об этом, может быть, в следующий раз. Бачи, за това не еще ще говорим в следующий путь. Потому что это место непростое. За что-то не е много лесно место. Я сегодня лишь о том, что не обращайтесь к гадалкам. И днес ще ви кажа само да не се обращайте към врачки. К астрологам. Към астролози. К экстрасенсам. Экстрасенси. Потому что Слово Божие говорит, что это мерзость пред Богом. За что-то Божие то Слово указывает, что това нечто е много мрсно. То есть я
сейчас о том, что почему один человек может поражать тысячу. И за что один человек может поразить одна хиляда. В другом месте написано, а двое будут поражать тьму тем. А на другом месте пишет, что два мощи поразят много. И вы знаете, это прообраз церкви сегодня. И твой прообраз на церкви днес. Потому что мы сегодня поражаем бесов. За что-то не днес поразяем бесовите. И про нас написано, что один будет поражать тысячу бесов. И за нас пишет, что один мощи поразяло хиляда бесове. А двое будут прогонять тьму тем. А два мощи изгонят много. Не потому, что мы такие хорошие. Не за что-то мы толково добры. Не потому, что мы имеем какие-то способности. Не за что-то имеем какие-то способности. А потому, что мы святые. А за что-то мы святые. И делаем это силою Божией. И го правим через силата на Господа. Силою Святого Духа. Через силата на Святия Дух. Бесы нас не боятся. Бесовите не се страхуват от нас. Но они Бога боятся. Обаче се страхуват от Бога. Они тоже веруют. Те също вярват. И трепещут. И треперят. Так говорит Божие Слово. Така казва Божието Слово. Я читаю дальше. Читем нататък. С 5 стиха. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их, и сорей их от лица вашего, и истребит их пред вами, дабы вы не получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему по всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанные в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами, и не вспоминайте имени богов их. Не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйте им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог наш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью. Это прообраз того, что если на сегодняшний день верующий человек... Твой прообраз на това, чеку днес верующий человек... Женится на неверующий. Се мужили уже не за неверующий. Или верующая сестра выходит замуж за неверующего. Неверующая сестра се мужва за неверующего. Происходит такое послабление. И става едно ослабление. И тогда уже верующих пропадает сила. И тогда верующие губят силу. И они уже не могут прогонять. И вече не могут да изгонват. Они не могут быть такими же победителями. Не могут да са такива победители. Потому что возникает очень много препятствий. Защото има много пречки. 14 стих. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всей душой вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, и ни одно слово не осталось не исполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам, и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Аминь. Я прочитал специально всю главу. Нарочно прочитал целую главу. Чтобы прочесть в контексте вот этот стих. Чтобы прочитать в контексте этот стих. 10 стих. 10 стих. Один из вас прогоняет тысячу. Один от вас эгонил хиляда. Ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. За что-то Господь ваш Бог, той, който воюва за вас. Я прошу это запомнить. И ви моля да го запомните. Не мы сами по себе можем прогонять тысячи бесов. Не можем догоним хиляди бесове. Нам всегда надо помнить, что Господь Бог сражается за нас. Винаги трябва да помним, че Господь воюва за нас. Поэтому Слово Божие у Якова написано так: смиритесь под крепкую руку Божию. И словото на Яков пишет, че трябва да се смирим под Божията ръка. И противостаньте дьяволу. И да се противопоставим на дьявола. И убежит от вас. И то, что избяга. Аминь. Следующее место, которое сегодня хочу открыть. И следующее место, которое искам да отворя. Это Левитам. Левит. 20 глава. 20 глава. С 6 стиха. От 6 стих. И
Если какая душа обратится к вызывающим мертвым и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Играть в карты Таро. Доиграем на карте Таро. Заниматься астрологией, увлекаться... Увлечими по астрологии это. Зодиакальными системами. И если интересуемся зодиакальной системой. Все это пред Богом великая мерзость. Всичко това за Господ и... И приходит реально поражение в жизни. Много лошу и два едно поразявание в живота ни. Седьмой стих. Седьмой стих. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Аминь. То есть, что нам важно делать? То есть, какое важно доправим? Освящение, оно не происходит само по себе. Освятяването не става само от себе си. Оно не происходит автоматически. Не става автоматично. Оно происходит при нашем желании. Обаче става, когато го пожелаем. При нашем соучастии. Когато ставаме соучастници. Когда мы соблюдаем Божьи заповеди. Когато спазваме Божьите заповеди. Когда мы тщательно исполняем Его постановления. Когато добре изпълняваме Неговите постановления. Именно в этот момент Господь освящает нас. И точно в този момент Господь ни освещава. Сегодня основная мысль красной нитью. И днес основната мисъл с един червен конец. Что мы не можем освещать сами себя. Че ние не можем сами да се освещаваме. Мы освещаемся от Господа. Ние се освещаваме от Господа. Религиозная такая, знаете, ересь. И една много религиозна лъжа. Ну, это мертвая религия, так называемая. Твоя мертва религия. Это когда религиозные люди пытаются своими делами себя улучшить. Когато религиозни хора се опитват със свои дела да се подобрят. И говорят, вот я сегодня 300 раз поклонился. И казват, днеска 300 пъти се поклоних. Поэтому я более святой, чем ты. И затова съм по-свят от тебе. Я 1000 раз перекрестил за один пъти день. 300 пъти се кръстих за един ден. Значит, я более святой, значит, чем все вы взятые вместе. По-свят от всички вас заедно. И так далее и тому подобное. Но святость ли это? Обаче, дали това е святост? Соответствует ли это Священному Писанию? Дали съответства на Священното Писание? Слово Божие говорит, что нет. Божието Слово казва, че не. Написано к Ефесянам, делами пред Богом не оправдается ни одна плоть. Пише, че нито една плот няма да се оправдае с делата си. Благодатью мы спасены через веру. И с благодат сме спасени через вярата. Сие Божий дар. И това е Божий дар. Не от вас. Не от вас. Чтобы никто не хвалился. Никой да не се хвали. Аминь. Мы спасены и очищены и освящены по Божьей благодати. Ние сме осветени и сме умити чрез Божията благодат. И по Его преизобилующей милости. И чрез Неговата голяма милост. Слава нашему Богу. И вы знаете, вот я сегодня вспомнил. И днеска си спомних. Как Господь меня коснулся. Как Господь ме докосна. Я пришел в церкви. Я дойдох на церква. И у меня было несколько зависимостей. Имах няколко зависимости. Ну, там я... увлекался алкоголем. Увлечихся по алкоголу. Были наркотики в моей жизни. Имаше и наркотици в мой живот. Потому что мы жили в Казахстане. Защото живеехме в Казахстан. И там Чуйская долина не так уж далеко. И някаква долина не е много далеч. И марихуаны было очень много. И марихуаната была много доступна. И она была всегда в доступе. Винаги е било много. И, конечно, хотелось попробовать. И разбира се, ми се искаше да я опитам. И еще в моей жизни было такое сквернословие. И също така много псувах. Знаете, почему-то вот маты мне всегда резали уши. И псовнята винаги ми резеше ушите. Ну, когда работаешь в такой атмосфере, обаче, например, я... работаешь в такая атмосфера. Работал на заводе. Работал в завод. Вот, моя сестра была там. Сестра ми... Мастером потом была. Я была майстер там после. Замдиректора. Заместник директор. Вот можешь подтвердить. Можешь да подтверди. Потом меня поставили бригадиром такари. И след вами поставях эту бригадир. Ну, и как-то надо было... управляться с рабочими. И требуешь, чтобы да управимся с работницей някакси. А бывает так, что крепкое словцо, если не скажешь. И понякога случва, че ако не кажеш една твърда дума. Тебя почему-то даже не слышат. Никой даже не те слуша. А вот там вот применил так. И тогава, като използваш една такава дума. А, ну тогда понятно. А, тогава ясно. Чего ж вы сразу-то не сказали? За что веднага не казахте? Ну вот я говорю. Эту казвам. И вот там я немножко так нахватался. И там малко си. И потом научих, поступил в мединститут. После поступил в медицинский университет. А, потом начал работать в реанимации. Започнах да работя в реанимации. И услышал, как санитарки матерятся. И чух, как псуват санитарките. Я санитаркам этим говорил так. Я сам казвах така. Вы знаете, я был в шахте. Аз работих в... Я спускался в шахту Костенко.
Минер. А, который минер. На практике это было. На практика. Я слышал, как матерятся шахтеры, минеры. Ничего, как псуют минерики. Но вы санитарки. Бачи, вы санитарки ты. Просто их превзошли. Превосходят. Вот так вот, как вы материтесь, но никто не матерится. Как-то вы псуете, нику не псу. И вот когда я пришел в церковь. И куда туда идох на церковь. За меня помолились. За меня помолиха. Я получил крещение духом. И получил крещение со святия дух. И вот это произошло сверхъестественно. И твой случай сверхъестественно. Вот. Час тому назад я, у меня маты эти были в голове. Предыдущий час имах тези псувни в головата си. Для связки слов. За да си свързвам думите. Ну, надо же как-то связывать предложение. Нали трябва да свързвам някак си изречението. Ну, русский язык, он без этого вообще теряет. Русский язык малко си губи смысл без това. А так ты вот связываешь, связываешь. А пак така свързваш, свързваш. И звучит очень поэтично. И звучит много поэтично. И когда я получил крещение Святым Духом, я вдруг понял, что маты из моей жизни просто ушли. И это произошло просто сверхъестественно. За один момент Бог очистил мои уста. Вот как у пророка Исаия написано. Как-то на пророк Исаия пишет. Просто Серафим спустился, что Серафим слязал, обжег мои уста, упарил мои уста, и я перестал материться. Я спрях да псувам. И это произошло сверхъестественно. И в твоем случае сверхъестественно. И, ну вот это поэзия такая, матерная. Чтобы знать, как Пушкин писал стихи. Как Пушкин. Может быть, вы не всю стихов, поэзию Пушкина знаете. Может быть, не знаете тело-то поэзия на Пушкин. Потому что у Пушкина есть такие стихи. Пушкин има такие стихи. Я их читал. Аз сам ги чел. И это просто сплошная бесовщина. И твоя някаква... Одни сплошные маты. Бесовщина. Поэтому... У Пушкина есть и такая темная сторона. Из-за этого Пушкин сима и темная сторона. Я понял, что вот этот матерный язык, он я очень такой... Я сразу язык на псувните. Сверхъестественный. Я много сверхъестественный. И наука даже это доказывает. И даже наука это доказывает. Медики давно отследили. Медицинцы отдавна с... Вот человек перенес инсульт. Открыли, что человека переживала инсульт. Геморрагический инсульт, ишемический инсульт, неважно какой. Няма значения, каков инсульт. И первые симптомы, которые и возникают, симптомы, которые возникват, такая неврологическая симптоматика, так называемая. Неврологичная симптоматика. Это афазия. Афазия. Афазия, человек теряет дар речи. То есть человек губи дара да говори. Одна рука может быть парализована. Одна рука может быть парализирована. Правая или левая. Левая или дясна. Гемиплегия, гемипарез. Вся правая сторона парализовала, может, левая сторона парализовала. Сторона, или сторона, или все тело просто или стало парализовано. Тяло, да. Это такой, значит, обширный инсульт. Твоя такая общий инсульт. Но вы знаете, что медики отмечают? Бачи, как отбелязывают медицинцы. В реанимации. В реанимации. Вот человек перестал разговаривать. Чего-то человека спирил договори. Но если его немножко так разозлить. Ако малко го едосаш. Или он начинает злиться на самого себя. Или започва сам на себе си да се едосва. Что он больше не может двигаться так, как он може двигался. Да се движи както преди. И вдруг в какой-то момент он начинает материться. Изведнъж някакъв момент той започва да псува. То есть мат идет по каким-то определенным таким своим синапсам. То есть псувнята се движи по някакви определенни свои синуси. И поэтому матерный язык получил название бесовского языка. Из-за этого псувнята получава такой термин на бесовский язык. То есть так говорят через людей бесы. То есть така говорят через хората бесовете. Есть и другая сторона. Има друга страна. Хорошая сторона. Хубава страна. В постинсультных состояниях. Че след постинсультни состояния. Если человек крещен Святым Духом. Ако човека е кръстен със Святия Дух. Он потерял дар речи. И губи, не может говорить повече. Но при определенных состояниях. При определении состояния. Он может говорить на ином языке. Той может договорить другие языки. Вы знали об этом? Знали ли сте за потому что это тоже сверхъестественный дар. За что-то и това е сверхъестественный дар. И он тоже идет по отдельным таким связям и синапсам. И то есть също се движи по някакви отделни връзки. Поэтому я вот к зрителям обращаюсь. И за това се обръщам към нашите зрители. Если у кого-то из ваших родных. Ако някой от вашите роднини. Был принесен инсульт. Е имал инсульт. И ваш родной потерял дар речи. И роднините ви се загубили тази дарба. Дар слова, да. Дар на словото. Пригласите служителей из евангельской церкви. Поканете служителей от евангельской церкви. Которые имеют этот дар. Които имат тази дарба. Дар иного языка. Дарба на други езици. Чтобы они помолились за крещение Святым Духом. За да се помолят за крещение со Святия Дух. Над этим человеком. Над този човек. Сперва этот человек начнет лепетать. И първо този човек ще започне да издава звуци. Получит крещение Святым Духом. Получит крещение со Святия Дух. Будет говорить на ином языке. Ще говорит другие языки. И потом через какое-то время. И след някакво време. Довольно быстро. Доста бързо. Намного быстрее, чем в обычной жизни. Много по-бързо, отколкото в обикновен живот. Начнет говорить. Ще започне да говори. На своем родном языке. На родния си език.
То есть его родная речь быстро восстановится. И родната му речь бързо ще се възстанови. Поэтому узнайте об этом, пожалуйста. И за това знаете за това нещо. Я работал в реанимации. Работил съм в реанимация. И поэтому знаю, о чем я говорю. И за това знам за какво говоря. И вы знаете, очень важно. И много важно. Это тоже знать, я сегодня об этом так коротко обязан просто сказать. И съм должен да ви го кажа. Когда человек матерится, че когато един човек псува, Слово Божие говорит, жизнь и смерть во власти языка. Божието Слово казва, че живота и смъртта е под властта на языка. Через его уста проходит проклятие. И чрез устата на човека преминава проклятие. Настоящие, жуткие, бесовские проклятия. Истинские, страшные, бесовские проклятия. И знаете, почему произносятся обычно вот эти женские, мужские половые органы? И знаете ли, защо обикновено произносим тези женские или мужские половые органы? Почему? Защо? Потому что бесы хотят проклясть ваш род. Защото бесовите искат да проклянут вашия род. Проклинается род ваш. Проклина се вашия род. Ваши будущие дети. Будущите ви деца. Ваши будущие внуки и правнуки. Будущите ви внуци и правнуци се проклинат. И вот эти проклятия звучат на женские, мужские половые органы, чтобы они были прокляты. И тези проклятия посочват женские и мужские половые органы, за да бъдат проклети. Чтобы наследство было проклято. Наследството да е проклнато. Или чтобы вообще не было никаких детей. Или изобщо да няма никакви деца. Что тоже является последствием проклятия. Което също се явява проклятие. Поэтому, если вы еще этим страдаете. И затова, ако все още страдате от това нещо. Попросите у Бога очистить ваши уста. Молите Господа да прочисти устата ви. Отделите себя. И да се отделите. Отделите себя для Бога. Да се отделите за Господ. Написано, что не может из одного источника течь и пишет, сладкая и горькая вода. Один источник доминава сладкая и горчива вода. Не можем одними устами благословлять Бога. И няма как с одна уста да благославим Бога. И этими же устами проклинать ближнего своего. И со същите уста да кълнем ближния си. Невозможно. Невозможно. Потому что если течет вот эта проклятая вода, защото ако тече тази проклната вода, она оскверняет весь источник. Тя замърсява целия источник. И вы обязаны это знать. И вы есть задолжение, да го знаете. И вы знаете, что очищает уста только Бог. И треба да знаете, че устите ни ги причиства само Господ. Скажите аминь. Скажите аминь. Это важно? Это очень важно. Това е много важно. Давайте открою следующее место. Нека отворим следващото място. И буду потихонечку идти к концу. Послание к римлянам. Послание к римляни. 6 глава. 6 глава. С самого начала. От самого начала. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещение смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, упразднено, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Почитаете себя мертвыми для греха, живыми для Бога, это и есть отделение, это и есть святость. Если считаем мертвы к греха, а живи за Бога, се явява святостта. Когда мы отделяем себя от греха, когато се отделяме от греха, и отделяем себя для жизни с Богом, и отделяме себе си за живота с Бог, это и есть святость. Това си е святостта. И практически каждое послание апостола Павла, и почти всякое послание на апостол Павел, оно начинается со слов. Се започва от думите. Он обращается к верующим как к святым. И той се обръща към вярващите като към свети хора. Святые. Свети. Очищенные. Причистени. Омытые. Умити. Возлюбленные. Возлюбени. Аминь. И вот здесь он приводит такой хороший термин, что мы не рабы праведности, мы не рабы греха, мы рабы праведности. И тут той дава много хубав пример, че ние не сме рабовите на греха, обаче сме рабовите на праведността. И вот это очень точный такой термин. И това е един много точен термин. Вы знаете, когда в жизни человека звучит о том, что я грешник. Когато в живота ни постоянно споменаваме, че аз съм грешник. Все мы грешим. Всички грешим.
Все согрешили, лишены славы Божьей. Всички согрешили, лишены от Божьей славы. От греха избавиться невозможно. От греха няма как да се избавим. Дьявол он такой сильный. Дьявол ты толкова силен. Как мы можем с ним собладать? Как можем да се справим с него? Это есть поражение. Това си е поражение. Провозглашение поражения. Когато провозгласяваме поражение. Мне вот сегодня буквально утром пришло. И днес утренто ми дойде едно нещо. Когда дети играют в игры. Когато децата играят игри. И пришло такой очень довольно точный термин. Дойде много един точен термин. В тот момент, когда ребенок или уже более взрослый в молодой момента, человек. В момента, когда едно дете или по-млад младеж. Это не в осуждение. Без да осуждам. Постоянно играет. Постоянно играя. В какие-то игры. Някакви игри. Он, и вот знаете, прям в духе прозвучало. И в духа ми звучеше. Проигрывает свою жизнь. Че той си губи живота. Проигрывает свою жизнь. Губи живота си. Ну, знаете, как это точно прозвучало, я думаю, как? Обаче, много точно прозвуча. Он проигрывает свою жизнь. Че той проиграва живота. То есть, играя бесконечные игры, играйки, без да спира, свою жизнь проигрывает. То есть, он в проигрыше. Си губи живота. Даже если он там постоянно в играх выигрывает. Даже, ако постоянно печели там. Он в этот же момент проигрывает. В същия момент губи. Потому что проигрывает свою реальную жизнь. За что-то губи реальнее си живот. И вот это очень печально. И това е много тъжно. И вот когда мы вот так вот проигрываем или проговариваем о и том, что не, ну, все грешат. Казваме, че всички грешат. Я тоже грешу. Я също греша. А кто из вас без а греха? От вас без грех? Вот первый брось меня камень. Вхвърлете камък в мене. Ну все же мы грешим. Всички грешим. Ну признайте же, да? Признайтесь. И вот вы знаете, когда я сталкиваюсь с такими людьми, когато се сблъсквам с такива хора, я вижу, что эти люди признали виждам, поражение. Тези хора са признали поражение. Они признали свое поражение. Те са признали своето поражение. И они признали, что они являются рабами греха. И те са признали, че са рабове на греха. Но кто кому служит, тот тому и раб. Обаче, който на когото служи, на него е, му е раб. Апостол Павел не был таким. И апостол Павел не е бил такъв. Апостол Павел был рабом праведности. Апостол Павел бил раб на праведности. Что вот это значит? Какво значи? Вы знаете, я могу себя смело назвать рабом праведности. Аз мога смело да се нарека раб на праведности. Потому что я верю в это искренне. Защото аз искрено вярвам в това. Так вот в меня вложили с самого начала. Така го вложиха в мен от самото начало. Вот верующий человек не может жить под властью греха. Че вярващ човек не може да живее под властта на греха. Тогда он не христианин. Тогава не е христианин. Тогда он не раб праведности. Тогава той не е раб на праведността. Он раб греха. А е раб на греха. И он не знает Христа. И той не познава Иисус. Он не знает Христа. Той не познава Христос. Он служит дьяволу. Той служи на дьявола. Что такое раб праведности? И какво е раб на праведността? Раб праведности это когда мы стараемся жить. Това е когато се стараем да живеем. Через веру во Христа Иисуса. Через вярата на Иисус Христос. В общении с Ним. В общуване с Него. Вы знаете, вот что делает церковь? И какво прави църквата? Церковь каждый раз предоставляет. Церковь это всякий путь предоставя. Вообще, первоапостольская церковь делала это каждый день. Первоапостольская церковь его и правила всякий день. Написано, что они каждый день собирались по домам. Пишет, что всякий день собирали по домовете си. Домашняя церковь. Домашняя церковь. И люди приходили туда. И хората са идвали там. И вы знаете, вот когда христианин входит в общение святых. И когато христианин влиза в общуване со свети. Что, как вы думаете, что сразу происходит? Какво става? В общении всегда есть свет. В общуванието винаги има светлина. И тьма, она вынуждена уйти. И тъмнината е длъжна да се замени. И всякий грех, он резко обнаруживается. И всякий грех изниква. Если это общение святых. Ако е общение в свети. Если верующие собрались, чтобы помолиться. Ако вярващи се събрали да се помолят. Если верующие собрались, чтобы рассмотреть Писание. Ако вярващи се събрали да разгледат Писанието. Так или не так? Така. Неверующий попал в это служение. И неверующий человек попадал в това служение. Так написано. И у него такое чувство, что он всеми обличается. И пишет, че има чувството, че е обличен. Всеми судится. Че осъден. Совесть его начинает обличать. Съвестта му започва да го обличава. Вы знаете, вот пророк Исаия вошел в Божие присутствие. И пророк Исаия влиза в Божието присъствие. А я хочу сказать, что это был на то время, это был один из самых святейших людей, чистых людей. В това время това е бил един от най-чисти хора. И в нем обнаружился грех. И в него изникна един грех. Говорит, я человек с нечистыми устами. И той казва, аз съм човек с нечисти уста. И живу среди народа с нечистыми устами. И живея сред народ с нечисти усти. Я могу так сказать, что вполне возможно, что у Исаия это был единственный грех. И най-вероятно, това е бил единственият му грех. Который остался в нем. Който останал в него. Но Дух Святой его начал обличать. Обаче Святия Дух започва да го обличава. Говорит, сейчас в Божьем присутствии я просто лягу и умру. И той казва, че в Божието присутствие сега ще легна и ще умра. Потому что никто не может увидеть Бога и остаться в живых. Защото никой не може да види Господ и да остане жив. Слышите меня?
Потому что Бог святой. За что-то Бог и свят. И тот грех, который в тебе, он просто убьет тебя. И този грех, който в теб, разорвет. Просто что-то убьет, что-то раскыса. Но вы знаете, что происходит? Обаче, как после случая. Вот неверующий вошел в собрание святых. Неверующий влизывал в собрание на святи. Всеми обличается, всеми судится. И обличен, и осуден. Дух Святой возобличает. Святие Дух го обличава. Ему надо покаяться. И трябва да се покая. Покаяться вот в этом грехе. Трябва да се покая в този грях. Покаяться во всех своих грехах. Да се покая во всички на самом деле, в своей грешной жизни. В грешния си живот. И принять Иисус Христа как своего Господа. И да приеме Иисус Христос като своя Господ. И отделить себя для Его святости. И да удели себе си за Неговата святост. И человек или уходит, и человека или си заминава, не принимает Христа, без да приеме Христос, или остается, или устава, кается и принимает, и приема, и становится каким, и става каков, становится святым, става свят. И вот церковь призвана каждый день создавать такую и атмосферу. Призвана всякий день да создава такова вот атмосфера. Сегодня вы сидите здесь, не стоите тук. И на самом деле что-то происходит автоматически. И в сущности нечто себе случило автоматически. Через эту проповедь, через слово, через прославление, через поклонение. Через поклонение, через служение. Если вы принимаете, аку приемате, Бог освящает Бог вас. Освятява, освящава. Если вы не принимаете, вы закрыты, аку не приемате, если затворени, то Бог не будет вас освящать Бог насильно. Няма да освящава насильно. Вы остаетесь оскверненными. Вы оставате осквернени. Скажи славу Иисусу. Слава на Иисус. За то, что Иисус осветил меня. За то, что Иисус меня осветил. И очистил. И меня причистил. И отделил для своей славы. И отделил за свою это слава. И вот рабство праведности. И рабство-то на праведности. Это когда в большей степени я осознаю, что я не могу больше грешить. Когда-то осознавам, что я не могу больше греша. Вот рабство греха, это что? Рабство-то на греха какое? Это когда человек осознает, что он не может жить без греха. И когда-то человек осознавает, что не может жить без греха. Это раб греха. Твоя раб на греха. Не могу бросить курить. Не могу да спра да пуша. Не могу бросить пить. Не могу да спра да пия. Не могу бросить материться. Не могу да спра да псувам. Не могу бросить лгать и воровать. Не могу да спра да лжи и да крада. И этим самым признаю, что я раб греха. И через това признавам, че аз оставам раб на греха. У рабов праведности все наоборот. Рабовете на праведността. Христианин – это человек, который не обладает абсолютной святостью. Христианин – это человек, который не притяжал абсолютно святость. Наша святость, я всегда так говорю, она относительна. Аз винаги казвам, че наша святость е относительна. Но наша святость относительно абсолютной святости Иисуса Христа. Обаче наша святость е относительна според святости на Иисус Христос. Аминь. В тот момент, когда мы входим в общение с Ним, в моментах, когда мы влизаем в общение с Него, Он тут же очень быстро освещает нас. То и веднага в същия момент не освещава. И так Слово Божие говорит. Така казва Божието Слово. Если мы исповедуем грехи наши, и исповедуваме нашия грях, то кровь Иисус Христа, тогава кръвта на Иисус Христос, очищает нас, не причиства от всякого греха, от всякий грях. Вот к чему мы призваны? За какво сме призовани? Мы призваны в основное промежуток своей жизни на этой земле. В основные си живот, сме призовани. Храни себя в святости. Да си пазим в святост. Храни себя в праведности. Да си пазим в праведност. Вот. И даже если верующий вдруг и согрешил. Даже, ако вярваш, согреши. И такое тоже бывает. И това се случва. Я хочу сказать, живя в этом мире, живейки в този свят, ты не можешь оставаться абсолютно святым человеком. Ты не можешь да оставаш напълно свят человек. Ты не можешь не оскверниться. Не можешь да се осквернишь. Ну, по-любому осквернись. Но для этого у нас есть что? Обаче за това ние имаме какво? У нас есть исповедание. Имаме исповедание. Вы знаете, вот Слово Божие интересное, это написано у Якова 5 глава. Яков 5 глава пише. Именно там написано, признавайтесь друг перед другом в проступках ваших. Да си признаваме един пред друг нашите грехове. Вы знаете о том, что исповедоваться надо перед кем-то. Трябва да си исповядваме пред някого. Вот исповедание перед Богом, оно не проходит. И исповедование перед Богом не става. Бог так заповедовал. Бог такая заповедовал. Чтобы сокрушить сердце человека. За да сокруши сердцето на человека. Тебе нужен свой личный исповедник. Трябва да имаш личен исповедник. Потому что в этот момент происходит смирение человека. Защото в този момент человека се смирява. Когда я исповедуюсь перед кем-то. Когато се исповядвам пред някого. Я действительно смиряюсь. Аз наистина се смирявам. Потому что это очень стыдно бывает. Защото ме е срам. Особенно бывает стыдно признаться в своих каких-то сексуальных грехах. Най-вече не е срам да си признаем някакви сексуални грехове. И именно на этом дьявол работает. И точно с тях дьявол работи.
Потому что человеку стыдно. За что-то человека его и срам. И он что делает? И то, как его правит. И он не исповедуется. И то не се исповедва. И грехи имеют свойство накапливаться. И грехове эти имеют свойство туда се трупат. И человек через какое-то время оскверняется. И человека след некоего времени се осквернява. И становится рабом греха. И става раб на греха. Потому что перестал исповедоваться. За что-то испрял да се исповедва. А это очень страшно. И твое страшно. Второй момент, который хочу сказать. Друг момент, който искам да кажа. Не обязательно исповедоваться пастору. Не е задължително да се исповедваме на пастора. Найди себе какого-то человека, которого ты доверяешь. Можешь да се намеришь человек, на кого-то се доверяваш. Которому ты можешь довериться. На кого-то можешь да се доверишь. Но это должен быть воцерковленный человек. Бачи, трябва да е человек от церква. Это должен быть христианин. Трябва да е християнин. Что я помню, как в наш реп-центр в Казахстане. Защото си спомням, че в реабилитационный центр в Казахстане. Поступил один алкозависимый. Дори един алкозависим. И когда перед ним кто-то исповедовался. И когда-то пред него се исповедваше някой. А он был не воцерковленный человек. Той не беше от църквата. И какими-то философиями занимался. Той се занимал с философией. И он ему дал такой совет. И той ему дал совет. О, ты знаешь самый лучший выход из искушения? Знаешь ли, каков е най-добрый исход от искушението? Это один философ написал. Пише го философ. И верующий у него спрашивает, какой выход? И верующий человек го пита, каков исход? Тебе надо согрешить. Ти трябва да согрешишь. Зачем бороться с искушением? За что трябва да се борешься с искушението? Просто сделай этот грех. Просто го направи този грех. И не парься. И не се притеснявай. Здрасте, да? Поэтому не надо исповедоваться перед неверующими. За това не трябва да се исповядваме пред неверващи хора. Это все равно, что иногда бывает то, что перед дьяволом ты исповедуешь. Защото и все едно да се исповядваме пред дьявола. И дьявол тебе такое там накрутит. И дьявол такива неща ще ти каже. Делай, что хочешь прави вообще. Прави си каквото искаш. Делай, что нравится. Прави каквото ти харесва. Живи свое удовольствие. Живей в удовольствието си. Никого не должно волновать, чем ты, что ты делаешь. Никой не трябва да го вълнува какво правишь. То есть, очень важно исповедоваться перед своими. Важно да се исповядваме пред наши хора. Избери себе своего друга. Избери си един приятел. Брата или сестру. Брат или сестра. И скажи ему. Ему кажи. Брат, я хочу исповедоваться. Брат, искам да се исповядвам. Мне очень тяжело. Много ми е тежко. Найдите какое-нибудь тайное место. Намерите някакво тайно място. И просто сделайте это. И просто го направете. И вы просто переживете что-то особенное. И ще преживеете нещо особено. Потому что Слово так говорит. Защото Божието Слово така казва. И это правда. И това е истина. Что когда мы исповедуем грехи наши. Когато изповядваме нашите грехове. Кровь Иисус Христа. Кръвта на Иисус Христос. Вот именно правильно исповедуем грехи наши. Ако изповядваме правилно греховете. И так где-нибудь в тихушке, Господи, прости меня. Не някъде на скрито да кажем, Господи, прости ми. Чтобы никто не слышал. Никой да не чуе. Во время исповедания. По время на исповедование. Очень важно назвать грех. И много важно да наречем този грех. Назвать грех по имени. Да назовем по имени. И сказать, что тебя мучает. И да кажем, какво те измъчва. И конкретно исповедать это. И точно него да го исповядваме. Рассказать это. И да расскажем за него. Вскрыть это. Да го открием този грех. Потому что все тайное рано или поздно станет явным. Защото всичко тайно рано или късно ще стане явно. И вот если ты вскрыл. И ако си го скри... и позволил Иисус Христу кровью своей омыть этот грех. Ако си го извалил този грех и си позволил на Господ да го умие, то ты очищен от этого греха. Тогава си причистен от този грех. И не будет потом этого позора. И няма да усещаш този позор. Или вот этого стыда. Или този срам. Когда потом ты пристанешь на суд Христов. Когато застанешь пред суда на Господа. И вот эти все скрытые грехи. И всичките тези скрити грехове. Они будут показаны всей вселенной. Просто ще са показани на цялата вселена. Потому что все, что мы делаем тайно. Защото всичко, което правим тайно. Мы на самом деле делаем пред Богом. Всъщност го правим пред Бога. На глазах у Бога. Пред очите на Господ. Бог все видит. Бог вижда всичко. И от Него ничего не сокроешь. И не можем да скрием нищо от Него. И Слово Божие говорит так. И Божието Слово казва. Нет чего-либо тайного. Няма нищо тайно. Что не стало бы явно. Което да не стане явно. Последнее место, которое сегодня открою. Последното място, което искам да отворя. Оно написано в первом послании от Иоанна. Първо послание от Йоан. В пятой главе. Пятая глава. А нет, это предпоследнее место. Пятая глава с 18 стиха. 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Я обычно свидетелями Иеговы
показываю это место. Обыкновенно показываем два места на свидетелей на Иехова. Потому что они не верят в то, что Иисус Христос – это Бог. За что тут те не верят, что Иисус Христос – это Бог. Я говорю обычно, вы знаете, что есть место, где написано, что Иисус Христос – это Бог? И я с им казвам, знаете ли, чьим место, где тут пишет, что Иисус Христос – это Бог? Говорит, где такое написано? И те питат, где его пишет. А у них оказывается свой перевод. Пак се указва, что те си имат свой перевод. И в их переводе вообще этих мест нет. И в техния перевод нямат тези места изобщо. Они сильно искажены, переделаны. Те са много променени. Я говорю, вот каноническая Библия. Я сам показывал эту каноничную Библию. Библия, которая и у православных, и у католиков, и у протестантов. Библия, которую позвают и католицисты, и православные, и протестанты. И в ней написано, что Иисус Христос есть истинный Бог. И в ней пишет, что Иисус Христос – истинский Бог. И жизнь вечная. И вечен живот. И в Евангелии от Иоанна написано в первой главе. И в Евангелии от Иоанна пишет в первой главе, что вначале было слово. Что вначале то и было слово. И слово было у Бога. И слово то и было у Бога. И слово было Бог. И слово то и было Бог. И когда они смотрят, как будто они первый раз... И когда глядят, те все учудват. Ну так оно на самом деле. Они на первый раз читают настоящую Библию. За что то за первый раз читают истинскую Библию. Говорит, вот это да, нам говорили, что Иисус Христос это не Бог. Пак на нас они казвали, что Иисус Христос не Бог. И потом говорят, сейчас есть новшество у свидетелей Иеговы. И ты имат... Что наконец Иисус Христос получил повышение. Новина там, че Иисус Христос его повышили. Какое повышение? Он, оказывается, не просто человек. То есть, указывает, что не сам человек. Он первое творение обаче, во Вселенной. Первое творение во Вселенной. То есть, Бог с него начал творить. То есть, Бог и започнал творить от него. И как вы думаете, является ли это правда? Как смести, дали твоя истина? И это также не является истиной. И това също не е истина. Потому что в прошлый раз я это указывал. Что-то миналия път го посочих. Что на самом деле у Иисуса Христа нет ни начала. Че всъщност Иисус Христос няма нито начало. И нет ни конца. Няма край. Хотя Иисус Христос говорит, я есть им альфа и омега. Вопреки, что той казва, че аз съм альфа и омега. Я есть им начало и конец. Аз съм началото и края. Но эти места всего лишь говорят о чем? Обаче тези места не казват само за какво. Они говорят о том, что то слово, за това, че това слово, которое обитало в недре очень вечно, которое обитало вечно. Помните, да, это написано в 19 стихе Евангелия от Иоанна, 1 глава. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий, то есть вечно существующий, в недре очи, Он явил, то есть Иисус Христос явил славу Отца. То есть Иисус Христос явил славу-то на Отца. Тот, который, ну, Иисус Христос в недре очи, не имел ни начала, ни конца. Он за Иисус Христос, который не имел ни то начало, ни то край. Стал началом. И станал началом. И будет концом. И ще е краят. С него все началось. И от него и започнало. Потому что всичко, в начале было слово. За что-то в начале то и было слово. И то слово, которое было в недре отчим. И слово то, кое-то было там. Вы понимаете, о чем я говорю? Оно реализовалось. То себя реализировало. Рема. Логос стал ремой. В начале было слово. В начале то было слово. И Бог так говорит так, да будет свет. И Бог казывает, нека будет светлината. И что стало? И стал свет. И светлината се появила. Да будет твердь. Нека... Иисус Христос стал твердью. Да има твърдина. Иисус Христос стал светом. Иисус Христос е станал светлина. Иисус Христос стал небом. Иисус Христос е станал небето. Иисус Христос стал землей. Иисус Христос е станал земята. А в определенное время земята. Слово стало плотью. И в определенный момент Словото е станало плод. Понимаете, о чем? И обитала среди нас полная благодать и истина. И среди нас и обитала полная благодать и истина. И так не было никогда. И ну, така, в том плане, что это не было. Единородный, то есть единственно созданный подобным образом. Твой единороден, то есть единственно создаден по своему. Слово Божье говорит, что Бог подобие, посредством Христа. И Слово то Божие казва, че Бог според своето слово. И веки сотворил. И все видимое и невидимое. Все видимое и невидимое. И сотворил всичко, което виждаме и невиждаме. Вы понимаете, насколько велик Христос? Все, что мы видим, все, что мы не видим, и не видим, создано Христом. И создано от Христос. Иисус Христос пришел, это Бог, Иисус который Христос, пришел во плоти. То есть твой Бог, который душил во плот. И у него нет ни начала, ни конца. И то няма ни то начало, ни то край. Он такой же вечный, как и Бог Отец. И то есть что толкова вечен, колкото и Отец. Он такой же вечный, как и Дух Святой. То есть толкова вечен, колкото и Святой. Как Божий Дух. Като Божия Дух. Потому что он есть Логос. За что да той Логос? Потому что он есть Слово всемогущего Словото Бога. Он на всемогущий Бог. Скажи на это аминь. Здесь написано. И тут пише. Знаете, вот Бог хочет нас отделить. Господь иска да не удели. Он ревнует об этом. То я ревнува. Он хочет, чтобы мы были святыми. Иска да сме святи. Поэтому он обращается. Будьте святы. И за това се обръща и казва, нека сте свети. Говорит Господь, ибо Бог свят.
Бог хочет нас отделить от проклятия. Бог искренне уделил от проклятия это. Бог хочет отделить нас от вечной смерти. Бог искренне уделил от вечной до смерти. Бог хочет отделить нас от вечного проклятия. Бог искренне уделил от вечного проклятия. И от вечного ада. И от вечного ад. Вот даже страшно об этом подумать, что человек рано или поздно, если он не поверит в Бога, он обречен на вечное проклятие, на вечный ад. Даже страшно, если помыслим, что человек... Сколько усилий мы должны приложить, чтобы спасти, попытаться. И сколько усилий треба да приложим, за да се упитаме, чтобы спасти еще одну душу. Да спаси още една душа. Вы не задумывались никогда, вот почему так вот устроено? И замислились ли някога, защо такая направлена? Иисус Христос так говорит. Иисус Христос го казва. Он говорит, широки врата, и той казва, че са широки вратите, ведущие в погибель, които водят към смърт. И многие идут им. И мнозина вървят по този път. И обратно. И обратно. Тесные врата. Че са тесни вратите, которые ведут, които водят в вечную жизнь. Към вечния живот. И только немногие находят их. И не мнозина намират този път. Вот казалось бы, вот, ну, Бог же он сильнее. И не се струва, че Бог е по-силен. Бог сильнее дьявола. Че Бог е по-силен на дьявола. Но вы знаете, Бог он невидимый Бог. Обаче Господ е невидим. И вот для человека именно это срабатывает. И точно това работи. Срабатывает Фома неверующий. Появился Фома, который верует, восклицает, вот покажите мне, я поверю. Покажите мне, и тогда ще повярвам. Здесь вот работает вот этот материализм. И тук работает този материализм. То есть человеку надо пощупать. То есть человек трябва да пипне. Чтобы поверить. За да повярва. А Бога я не вижу. Пока с не виждам Господ. Поэтому я в Него не верю. И затова я не вярвам в Него. И поэтому миллионы людей идут в ад. И затова миллионы хора отиват в ада. Потому что они... не видят и не хотят видеть Бога. Те не виждат и не искат да видят Господа. Потому что им нужно вот сейчас вот синица в руке. Сега да държат в ръката си, чем журавль в небе. Сколько-то да повярват. Что мне вот сейчас надо жить хорошо. Сега трябва да живее добре. А там пока я дождусь там этих небес. Пък там докато ги дочакам тези небеса. И ради этого я готов даже в ад пойти. И заради това съм готов да отида и в ада даже. И вот это, конечно, очень страшно. И това е много страшно. И последнее место, которое хотел открыть. Последнее место, которое искам да отворя. Оно написано в книге Откровения. Пишу его в книге Откровения. 22 глава. 22 глава. С 8 стиха. От 8 стих. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела. Смотрите, Иоанн падает к ногам ангела. Что происходит дальше? Показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Вот в прошлый раз мы проходили. Богу одному поклоняйся, ему одному служи. Ангел говорит, не делай этого. Ангелы, серафимы, херувимы, они призваны служить нам. И сказал мне, не запечатывай слов пророчеств книги сей, ибо время близко, неправедное, пусть... И вот давайте ему вот этот стих прямо... Вот сегодня я думаю, что мы в конце именно этот стих прямо все вместе прочитаем. И некоторые тоже стих заодно го прочитаем на крае. Да, а здесь написано так. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро и возмездие мне мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Чтобы воздать каждому по делам его. То есть дела идут за нами. То есть дела-то не следуют. А нас пишется книга жизни. И за нас и пишет книга-то на живота. И за каждое дело нам придется держать ответ. И за всякое дело еще треба да отговаряме. Я есмь альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и долослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И вот этот стих, который вот говорит, стих. Неправедный пусть еще делает неправду. Пусть. Это выбор человека. Бог уважает. Тот, я много раз это повторял, уже еще раз повторю. Този, който върши неправда, нека продължава, защото Господ уважава избора на човека. Бог уважает суверенитет каждого Бог человека. Бог уважава суверенитета на всеки човек. Если ты хочешь делать неправду, и ако искаш да вършиш неправда, можешь ее делать. Можешь да я вършиш. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, а святой да освящается еще. А святият нека бъде и занапред свет. Вот к какой категории мы относимся? Към каква категория се отнасяме ние? Вот
Я себя отношу, по крайней мере, вот к этим последним двум категориям. Аз се отнасям към последните две категории. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Праведният нека върши за напред, а святия нека бъде за напред. Сколько бы мы не были святыми, и колкото и свети да сме сега, можно еще. Може и още. Можно еще больше осветиться. Може още повече да се осветим. Поэтому мы стремимся к почести высшего звания на небесах. Ние се стремим към по-големи звания на небесата. Забывая задние. Забравяйки по-задните неща. И простираясь вперед. И се простирайки напред. Чтобы быть еще ближе к Иисусу. За да будем още по-близо към Господ. И чтобы еще больше осветиться от Него. И да се освещаваме още повече от Него. Сам по себе я не могу осветиться. Сам по себе си няма как да се освещавам. Меня освещает Христос. Мен ме освещава Христос. Слава нашему Богу. Слава на нашия Господ. И опять я повторю эту мысль. И отново ще повторя тази мисъл. Которую я давно произносил. Която отдавна произнасях. Мухоморы есть можно. Че мухоморы. Отровные гъби. Отровните гъби може да се ядат. Но умрешь. Обаче ще умрете. Поэтому можно быть рабом греха. И затова може да си раб на греха. Но последствия катастрофически страшные. Обаче последиците са много страшни. К чему я сегодня призываю? И към какво ви призывам днес? Быть рабом праведности. Да будете рабовете на праведността. Как нас учит Евангелие. Както ни учи Евангелието. Как нас учит апостол Павел. Както ни учи апостол Павел. И как нас учит наш Господь Иисус Христос. Както ни учи нашия Господ Иисус Христос. Давайте мы склоним наши сердца и сегодня. И нека преклоним сърцата ни. И коротко помолимся. И накратко си помолим. Господь, благослови нас. Господи, благослови ни. Освети нас еще и еще. Освети ни още и още. И будем святы. И нека сме свети. Очисти нас и будем чисты. И не причисти, за да сме чисти. Окропи нас эссопом. И не поруси. Своей драгоценной кровью. Со своей скъпоценной кровью. Научи нас смело исповедовать свои грехи. И не научи смело да исповядуваме греховете си. Потому что это не стыдно на самом защото деле. Не трябва да ни е срам. Стыдно будет потом. Срам ни ще е после. Если все наши скрытые грехи. Ако всичките ни скрити грехове. Будут показаны всей вселенной. Ще са показани на цялата вселена. И все увидят этот позор. И всички ще видят този позор. Настоящий позор. Истинский позор. После которого. След който. Я унаследую вечную погибель. Ще унаследя вечна смърт. И лучше сегодня посрамиться. И по-добре днес да се засрамя. Пусть будет немного стыдно, да. Нека ме е срам. Но помоги мне исповедать все мои тайные грехи. Обаче ми помогни да исповядам всичките си тайни грехове. Потому что твое слово говорит. Защото твоето слово казва. Что в этот момент. Че в този момент. Кровь Иисус Христа. Кръвта на Иисус Христос. Очистит меня. Ще ме причисти. От всякого греха. От всеки грях. Помоги мне каждый грех называть по имени. Помогни ми всеки грях да го наричам по името. Дай мне такого исповедника. И дай ми този исповедник. Которому бы я доверился. На който да мога да се доверя. Пусть это будет духовный человек. И нека това е духовен човек. Который поймет и покроет. Който ще разбере и ще ме покри. Мое исповедание. Ще покри моето изповядване. Не осудит меня. Без да ме осъди. Потому что я беру его только в качестве свидетеля. Защото го взимам само като свидетел. Не в качестве судьи. Не в качество на съдия. А чтобы он только засвидетельствовал. А само да ми свидетелства. Стал свидетелем моего покаяния. За да стане свидетел на моето покаяние. И стал свидетелем моего исповедания. Стане свидетел на моето изповядване. Что этот грех омыт? Че този грех, грях е омит. Что этот грех исповедан? Че този грях е изповядван. Что этот грех прощен? Че този грях е простен. И что Бог о нем и че Господ не вспомнит более никогда. Никога няма повече да си спомни за него. Переброчит через свой хребет. И ще го хвърля зад гръбнака си. И отделит от меня. И ще отдели мене. Как восток отделен от запада. Като изток е отделен от запад. Так говорит Божие слово. Така казва Божието слово. Спасибо тебе, дорогой Господь. Благодаря ти, скъпи Отец. За твою Библию. За твоята Библия. За твое Евангелие. За твоето Евангелие. За твои истины. За твоите истини. Которые делают нас свободными. Които ни правят свободни. И мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос. Если согласны, скажите, пожалуйста. Кажете. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Будьте благословенны.